Печальное зрелище. Старый битый кондиционер, но рабочий. Ситуацию можно исправить, если использовать вариант идеального склеивания деталей без лишних перекосов и с учетом всех возможных деформаций и ошибок прошлых лет. Деталь ремонтировали дважды хорошим клеем и каждый раз неудачно. Будем использовать акриловый двухкомпонентный суперклей без активатора. Он набирает прочность не мгновенно. Включаем и выключаем кондиционер, чтобы дать механизму занять позицию, жалюзи закрыты. Без комментариев. Пробуем найти оптимальный вариант позиционирования склеиваемых деталей. Активируем полимеризацию клея. Ждем 20, а лучше 40 минут. Внутренние слои полимеризуются несколько дольше, если клеевой слой в каком-то месте окажется толстым. Проверка. Работает. Замечательно. Не позволяем кондиционеру нормально выключиться. Наращиваем толщину клеевого слоя. Пуск. Работает. Все. Удачи. Подписывайтесь.